работы наш отель. Да, знаменитая гостиница «Ленинград». Ну вот мы на месте. Приехали в гостиницу «Санкт-Петербург», бывший Ленинград. Так же, как и город, был Ленинградом, стал Санкт-Петербургом. Это главная, наверное, гостиница по названию хотя бы. И, конечно же, моя любимая «Аврора». Крейсер великий, знаменитый, класс. Вид из нашего окна будет прямо на «Аврору». А вот и наш этажик. Видите, коридор туда, на 50 номеров, и коридор туда, на 50 номеров. А наш номер, вот он, 453. Пойдемте. Ну, красота! Президентский двухкомнатный люксик для нас заготовили. А настоящие рокеры, настоящие, должны жить только в таких номерах. Мне как-то один горячий поклонник сказал: ты какой там рокер? Настоящих рокеров менты с дубинками встречают, а тебя метрдотели в пятизвездных отелях. Не, друзья, то не настоящие рокеры. Вот тут живут настоящие рокеры и должны жить. Поэтому я всегда говорил: играйте хорошую стильную музыку и будете жить в президентских люксах. А теперь давайте посмотрим вместе, что тут есть. А вот самое главное. Вон она, радующая душу моряка «Аврора», крейсер, потрясающий красавец. Я уже там был дважды на экскурсии и еще схожу. Радует меня, как бывшего комендора флотского. А комендор — это морской артиллерист. Вот мне там интересно посмотреть на пушки, на их калибр. А это же артиллерийский крейсер, тогда же ракет не было. Вот он, красавец. Ну так, давайте смотреть номер. Вот гостиная. Ну прекрасная, обратите внимание, хороший телевизор. Хороший дизайн. Тут можно посидеть, отдохнуть с гостями. А вот наша спаленка. Наша спаленка. Это для того, чтобы кайфовать по-барски. Знаете, по-барски, вот прям тут в спальне. Это помимо того, что здесь еще есть хороший большой санузел с душем. А тут просто полежать, понаслаждаться жизнью. Это я привет тому доброжелателю передаю, которого менты с дубинками встречают. Вот здесь, обратите внимание, один санузел с хорошим умывальником и с хорошим душем. С феном. Как в Советском Союзе, помните, фен — главное достижение и достояние любого хорошего отеля в номере. Ну что еще тут придумали для гостей? Хитрость такую, видите, нажимаешь кнопочку, а тут тебе и зубные щетки, и зубные пасты, и всякие шампуни, и мыло, и полотенечко. А тут, о, халатики, тапочки. Ну и еще такая вот подушечка на присосочках. Это для вот той ванночки, чтобы кайфовать было лучше, под голову так ее прилепить, и будет хорошо. Рокеру всегда будет хорошо. Хорошему рокеру. Ну, все есть. И пойдемте покажу вам другой санузел. Пойдем. Видите, картины поздних импрессионистов. Все для того, чтобы радовало глаз рокера и настраивало его на творческий процесс. Идемте смотреть санузел. Вот он, гостевой. Видите, красота. Но тут для гостей, конечно, умывальник поскромнее чуть-чуть. Чуть меньше. А унитаз такой же. Нет дискриминации для хороших гостей. И душ такой же. Так что, господа heavy metal попса шансонщики, прекращайте радовать ментов с дубинками, занимайтесь настоящей рок-музыкой, играйте
сочиняйте хорошие тексты, не акин тупой, вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу, а хорошие осмысленные тексты. Учитесь. И будете жить в президентских номерах. А помимо Авроры, еще прекрасный вид на Неву и на Исаакиевский собор. Видите, он вдали виднеется, возвышается над всеми. А когда-то, когда его строили, петербуржцы возмущались, говорили, он нарушит гармонию, будет торчать. А теперь это одно из украшений Санкт-Петербурга, центральное такое. И такая же история была с Лахта-центром, который хотел построить «Газпром» возле Смольного. Но питерцы молодцы, вот тут я одобряю. Отстояли красоту города и перенесли его туда, в Лахту. И построили самое высокое здание в Европе. Тоже украшение, но оно теперь на своем месте, это мое мнение. Там оно уместно. Едем на завтрак, опробовать, какая тут кухня. Радуют ли гостей вкусными вещами и вкусным кофе? Попробуем сейчас. На этаж Б. Вот он, ресторан Беринг. Пойдемте завтракать. Здравствуйте! Доброе утро! 453-я комната. 453. Пришли отведать ваши явства. Ну что, красота, выбор богатейший. Пойду сейчас кофейку себе налью. Мне больше нельзя ничего. Но я что-нибудь схулиганю, что-нибудь всем все равно. Завтрак туриста. Ну вот он. Завтрак русского рок-туриста. Ресторан великолепный. Выбор богатейший. Все вкусно, свежо. Йогурт, кофе, яйца. Ну видите, все прекрасно. Будем хулиганить потихоньку. А потом опять голодать в Москве. Ну а что делать? Жизнь такая, то вверх, то вниз, то черная полоса, то белая, как зебра. Никуда не денешься, ребята. Спасибо, люди добрые, накормили, напоили, яства у вас великолепные, царские. Спасибо вкусно, большое. Все свежо, прям вот. Очень а приятно. Я избалованный гость. Я во многих гостиницах бывал. Отлично, да? Просто хорошо. Спасибо. Великолепный ресторан, великолепная гостиница. Ну что еще нужно простому московскому рокеру, а? Да ничего не надо ему. Сейчас поедем по местам рокерской славы. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.